Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня тест новой героини Мега Имбы, ну в кавычках, конечно же. Как обычно, многие не понимают, когда идет стёб просто. Это имба, ребят. Бездонатная имба, собрана на максималку. Хорошую, я думал, сделать здесь ассеску, но она очень хреново падает. Выпал обряд лечения, мы с обрядом потестируем. Будет хоть какой-то у нас дополнительный отхил. Нифига себе. Поменяли. Так, что-то я не то нажал. А, я не то нажал. Вот такие вот у нас атрибуты благодаря супер питомцу. 17 тысяч уклонения, крит дамаг, крит резист, в общем, все дела. Обряд лечения, максимальная прокачка, которую можно было собрать, в принципе. Единственное, там не седьмая чарка, шестая, но это надо очень долго ролить и дротить. У нас, в принципе, она собрана на максимальное уклонение. То есть максимум от героя мы, в принципе, выжили. Ну, здесь же надо, чтобы немножко больше повезло. Уклонение очень хреново падает. В общем, такая вот сборка. И мы ее сегодня с вами на максимальном 30-м прорыве. То есть прорыв тоже максимальный. Правда, без скина мы еще бегаем. Потестируем героя на битве гильдий. Что он может, не может. Ну, я, в принципе, думаю, вы и так все прекрасно понимаете. Я вам показал обзор этого героя, то есть что он может без прорыва, а теперь мы потестируем его на максимальной прокачке. Так, поехали, давайте. А давайте, кстати, в рейде затестим. Вот благодаря уклонению, наверное, с любого героя можно сделать конфету, которая просто будет неубиваемая. В данном случае вы то же самое видите, то есть это абсолютная имба, которую реально сложно слить. Нереально сложно ее убить. Она будет сейчас у нас хилиться. Кстати, неплохо даже нахилиться. Зефир. Я не знаю, Зефир, наверное, затащит, не затащит. Сейчас посмотрим. И Зефир все-таки по чуть-чуть досливает. Ну, тут как-никак у нас идет отхил. Режется от лиса, то есть он сливает, он режет от хил, соответственно, мы не можем нифига толком сделать. Мы сейчас попробуем ворожая выкинуть в другую сторону. Ну, с ворожаем. Просто две мега имбы будут. Ну, вы поняли. То есть, если мы сейчас найдем Зефира один на один, я думаю, в такой сборке Зефир нифига не сможет сделать. Хотя, кто его знает. Он будет миссовать. 17 тысяч уклона, не у всех есть столько точности. То есть, в такой сборке, ребятушки, это однозначно самая имба. То есть, я могу вам сделать таких имба-героев, это GG, наверное, в каждом обновлении. Без проблем можно сделать что-то путевое. Вопрос, стоит ли оно того. Как видите, герой по сути ничего не дает. Ну, может бафить там других героев ваших на атаку, на скорость атаки, если они выживут. Так, окей, поехали. У нас сегодня очень простой тест. Тест на битве гильдий. Снимается вот такой вот питомец, и сразу же у вас минус 6000 уклонения. Это немало, это дофига. Ставим сюда вот такой вот вариант и поехали с вами сливаться. У нас сегодня не особо моцные топы, поэтому я думаю, что мы там особо не насливаем много. Поехали, попробуем. Мне зато интересно посмотреть против Зефира. Сможет ли Зефир что-то сделать? Как видите, уже миссует довольно-таки прилично. Но у нас есть секретное оружие, обряд лечения, который довольно-таки неплохой. В данном случае.
По новым героям. Какие плюсы, какие минуса? Герои станется и блокируются, и неуяс его не работает, если не включится скилл. Это, наверное, очень большая печалька, потому что зачастую и башни есть, и герои, которые могут забрать энергию и заблочить могут. Но если герой вот так вот остается, допустим, один на один, ну вот посмотреть на Зефира, да, он тут здесь, наверное, не максимальный, но он без нормальной точности, он нифига герою сделать не может. То есть, по сути, мы сейчас соло проходим. Ну, это я не назову это дефом, мы сейчас дальше дойдем, там нас, наверное, разгребут. Но Зефира, по крайней мере, с уклонениями держит. Но это максимальная сборка. Сказать, что это имба, нет. Многие не понимают приколы, когда я улыбаюсь, играю. Я пишу, это имба. Но это имба, если вы ее прокачаете на такую вот сборку, и у вас будет 200-300 тысяч силы, для против ваших противников это будет имба. И либо даже против других донатов это тоже будет имба. Но когда у вас будет хороший деф, ну смотрите, держится, о май гад, она тащит, ребятушки, она тащит. Мы просто соло, может, пройдем, я не знаю, хватит нам времени, не хватит. Не, все-таки подсливают. Стрелок нам очень мешает, как видите. Ну вот, забрали энергию, и герой уже, по сути, нифига сделать не может. Давайте попробуем другой вариант. Собрать мне интересно зеленого смотра. Ставим варьку, бочка. Просто хочу посмотреть, что с этого получится, с зеленым смотром, будет ли она тащить или нет. То есть герой такой, даже в максимальной такой прокачке, вроде казалось бы, крутой может быть танк, но как видите, не хватает, вот именно не хватает этого иммунитета, допустим, от забора энергии могли бы поставить, было бы интересней. А так героя можно по сути и застанить, и накинуть, и снять с него эффект, и все, и на этом все закончится. Так, смотрим, что у нас зеленый смотр. А зеленый смотр, ребятушки, хорош. Он однозначно получше будет, нежели красный. Но опять же, все зависит от того, какие у вас противники. Ну, видите, с этим смотром мы держимся намного лучше. В разы. По сути, просто поменяли смотрителя и начали тащить. Вот кто решает все на битве гильдии. Так вот, по поводу героев, что это было? Кто-то нас так задамажил на пол КП, наверное, тоже вражеский смотритель. По поводу героев последних, они уже не имеют стабильных иммунитетов. И 66, ну почти, 4, ребятушки. Я не знаю, мы тут, наверное, не затащим еще сейчас. Мы сейчас тут сделаем шанс слива максимальный. О май гад, смотрите, что они делают. Ворожей тут их всех затащат. Ну, с ворожаем, допустим, если был бы герой, то, в принципе, я думаю, мы бы без проблем с ворожаем затащили. То есть, как вариант, можно было просто выбросить ворожея. Посмотреть, ну, я вам показываю все, как оно есть. Так, что это сделать такое? Ну, у нас, блин, у нас Дрейк надо, чтобы ворожей. Так, короче, сейчас сольемся. Главное, мы набили 2%. Вот 2%, 2 огонька сделали. Что еще надо на битве гильдии? Сегодня, ребята, день сливов. День обновы – это день сливов. Не знаю, как будет дальше, но если IGG будут делать вот таких вот героев и продавать, здесь он на английском сервере, он, кстати, стоит немалых денег
за него просят сейчас 500 баксов. Либо выбиваешь, либо тратишь 500 баксов и покупаешь. Он тех денег не стоит. А у героя нету иммунитетов стабильных, стандартных. То есть они все включаются со скиллом. Это печально. То есть если вы не поставите ремку, и герой сразу не включится, извините, но нифига не будет. Иммунитета не будет от стана. И вот это вот очень печально. Плюс можно забирать, как видите, энергию. Стрелок не дает включаться скиллу. А скилл у героя, в принципе, относительно неплохой. Там не уяз как бы проходит. Но я думаю, на PvP локациях, в топах вы вряд ли будете. Да даже и в топах этого героя вряд ли будете использовать. Поэтому вот такие вот дела. Сказать, что это имба, ну... Имба в кавычках. Даже на максимальной прокачке, да, мы тащим, но здесь нету героя с воодушевлениями. Если найти сейчас нормальный деф, мы его тоже поищем. У нас тут просто будут ушатывать на изи. Но здесь за счет уклонения на максималке. Если бы у бочки было тоже возможность сделать уклонение, то есть сделать аугментацию, я бы проходил бы битву гильдии только бочкой. Сейчас поищем где-то расту. Ой, а что-то уже не тех а, не все нормально. Так, Варжей, оккультист. Фрея даже есть, попробуем через Фрею. Ну вот смотрите. Вот нормальный деф, и вот что осталось от героя. Сейчас поставим просто супер питомца и посмотрим, что будет с супер пэтом. Сразу только чик. Ну все так же. Там точности у кого-то дофига. Но чуть-чуть лучше держится. Если взять ворожея, то с ворожеем, возможно, бы вдвоем затащили. Но, как видите, с такой сборки, с такими уклонениями герой сливается. Ребята некоторые качают все-таки точности, правильно делают. Давайте попробуем вместе. Ну, для ворожея, конечно, тут лучше было бы тогда, если тестировать с ворожеем священный суд. Тогда бы у нас отхил вообще был бы отличный. Два раза увеличенный. Мы имеем такой вариант. Ну, ворожей даже не стал хилить, он понял, что это пропащее дело. Не успевает. Это чувство, когда ворожей даже не успевает ее отхилить. Ну, надо СС-ку ставить в таком случае. Ну, как видите, прилетает конкретно. Против Зефира соло изи. Убить тоже будет в максимальной прокачке сборки этого героя сложно. Но вот нормальный топовый Зефир, который накидывает еще недомогание. Вот правильная сборка Зефира. Все, он сливает. То есть многие, кто посмотрел первую часть, думают, нифига себе, это имбище, которое просто будет шатать. Но, увы, кажется, даже с ворожаем, не, с ворожаем, в принципе, ворожая, наверное, убьют первым, потом ее сольют. Смотрите, Зефир ушатывает топовые уклонения. Она проседает, надо СС-ку все-таки ставить. Без СС-ки 55% надо было, наверное, выходить нам. Но мы этого не сделали, и как обычно мы слились. А вы поставили по второму лайку, я не знаю, с чего хотите, там ставьте его. Давай, Дрейк, тащи. Ну, Дрейк, конечно же, не затащит. Вот, то есть, соответственно, не тащит этот герой. Даже в такой сборке, ну, это печаль. Нафига вот вообще, вот у меня сразу, знаете, вот мысль. Нафига
делать таких героев, которые, ну, реально бесполезны, по сути. Вот это один из героев, который будет просто бесполезный. Это смесь Трианта с Валеном, но толку никакого нет. Вот это я говорил уже, это дочь Трианта и Свалена на максималке. И толку от этого никакого нет. То есть и ни туда, и ни сюда. Да, вроде она бафает на атаку, дает там дополнительно, уменьшает уклонение вражеских героев, но толку от этого никакого нет. На максимальной сборке я не вижу, где ее буду применять. Возможно, где-то когда-то будет какая-то локация, и то я в этом очень сомневаюсь. У нас уже дофига разных локаций, и толку от них, вы сами знаете, никакого нет. Поэтому что-то выдумывать, придумывать, ну, нафига делать этого героя, если он реально, он никак, ну, не играет, ну, я не знаю, это просто так, лишь бы сделать. Вот вышел герой, вот в последнее время так у нас и получается. Мишаня, Скиталец, он, куча героев, которые просто бесполезны. Они их выпускают для того, чтобы мы просто с вами качали силу, влаживали средства, и потом, чтобы мы могли качнуть скилл. Все. Никакого толку от данного героя, ну, просто нет. Хоть и там, вроде, казалось бы, это такая мега-имба, стан, фриз, все дела, неуязвимость 2.5 понижает. Где это все? Этого всего нет. Герой очень отлично блокируется. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, что вы думаете по поводу данного. Говорю, ставьте лайки. Ставьте лайки, пишите комменты, что вы думаете по поводу данного героя, по поводу сборки. Я вам покажу еще раз сборочку. Ну, на сегодня, я же говорю, это ни о чем. Как по мне, оно того не стоит, и прокачка это реально нафиг никому не нужна. Поэтому вливать в него ресурсы, я думаю, для вас бессмысленно. Ну, кто хочет ради силы, там, ради этого, ради скилла можно качать, потому что скоро введут 15-е скиллы, и тогда будет трэш. Все, всем удачи, всем пока.